ТОС на ключевой под интересным названием А4 стал победителем республиканского конкурса социально значимых проектов 2022 года. Дом поменялся волшебным образом, я бы сказала. Я просто помню, потому что приезжала раньше на ключевую, у меня здесь жила подруга. Как дом выглядел этот раньше и как он выглядит сейчас? Это два разных дома, я бы не узнала, наверное, если бы мне не сказали. На выездное совещание по осмотру объекта выехали все первые лица города Петрозаводска. Вот сегодняшний визит, конечно, оставил крайне приятное впечатление, когда видишь а. инициативу, б. инициативу организованную и в. инициативу организованную творчески. Поэтому каждая мелочь, каждая деталь проработана, все красиво, по уму. Особенно восхитила всех спортивная площадка, которая выполнена по программе комфортной городской среды. Здесь есть отдел для людей с ограниченными возможностями, и меня, конечно, это как врача очень радует, не только как врача, но и как председателя Петросовета, потому что мы должны заботиться обо всех, в том числе и о лицах с ограниченными возможностями здоровья. А здесь есть прям целый блок для таких людей, которые могут прийти сюда и смогут приходить сюда и заниматься. Приехать не хотите, наверное? Не, конечно. Это просто... В смысле, вы не хотите, чтобы я сюда приехала? Нет, я имею в виду, что это, конечно, будет хорошо, но мы просто стремимся к тому, чтобы наш потянуть дом, и пока есть возможность, к уровню современных жилых комплексов. Современных жилых комплексов, я хотела сказать, что выглядит все именно так. И это очень хорошо, что вы думаете именно о людях и об их удобстве. Поэтому хочу призвать всех активно участвовать в жизни города, голосовать, следить за тем, чтобы город наш был чистым, и помогать нам в нашей работе.